Русский писатель Валентин Григорьевич Распутин родился в поселке в Иркутской области. Валентин Распутин – яркий представитель деревенской прозы. Многие его произведения получили театрализованное и кинематографическое воплощение. В свое время Максим Горький сказал о Федоре Достоевском, что он, Достоевский, больная совесть России. Вот несколько перефразируя вот этот горьковский афоризм, я бы сказал о Валентине Григорьевиче Распутине так, что он, Распутин, чистая совесть России, именно чистая. В них чистота страдания, чистота сочувствия этим страдающим людям, чистота понимания смысла настоящей жизни. Вот кто такой Валентин Распутин. Осенью 1988 года писатель был в Рязани. Принимал участие в выездном секретариате Союза писателей. Страстное патриотическое выступление Валентина Распутина запомнилось многим участникам тех событий. Валентин Распутин, когда я впервые его увидел, я в то время, это было в середине 70-х годов прошлого века, я тогда в то время возглавлял Рязанскую писательскую организацию, и я тогда увидел впервые Валентина Григорьевича Распутина. Он приезжал в Рязань с группой писателей. Я встретил их на границе Московской и Рязанской областей и сел рядом с ним. Потому что уже я читал его произведение, я сразу, конечно, признался ему в любви. Он немножко смутился. Простой парнишка сидит, понимаете? Простой парень, колхозник, какой-то пастух, так сказать. Вот. И он к себе сразу вызвал какое-то вот умиление и вот хочет ему раскрыть душу. Вот такой вот. Прощание с классиком отечественной литературы пройдет в Москве и Иркутске. В воскресенье 15 марта Валентину Распутину исполнилось бы 78 лет.